Одесса – город-символ для Украины. Форпост Украины на Черном море. Это очень важно для нас. Поэтому мы будем стоять в Одессе насмерть. Мы не допустим, чтобы город захватили. Я думаю, благодаря поддержке сегодня, мировой поддержке, поддержке европейской, мы должны найти все-таки способы для того, чтобы остановить эту ужасную войну. Это в силах сделать сегодня. Поэтому я хочу их поблагодарить, пользуясь случаем, и дипломатический корпус. Я благодарил сегодня мэра Марселя, который также принимает участие и разговаривает с руководством страны, с руководством Франции, о том, чтобы в переговорном процессе все подключились и высказали свое мнение. Для нас это очень важно. Но Одесса, вы знаете, я даже себе представить не могу в мыслях, что Одессы может не быть. Для меня это, я родился в Одессе, я вырос в Одессе, я живу в Одессе, я работаю в Одессе. У меня две дочки, два внука, и, конечно, грубо говоря, кроме Одессы у нас ничего нет. Это наша родина, это наша жизнь. С этим связано все, и мы будем стоять здесь до конца.